поверненням на кухню «Мастер-шеф» після важкого виїзного конкурсу. Зазвичай голосування відбувається безпосередньо перед битвою чорних. І завжди перед вами стоять троє суддів. Загорають гідропарки на мене Тетяна Сергіївна. Але, як відомо, правила існують для того, щоб інколи їх порушувати. Це інколи настало сьогодні. Голосувати ви будете просто зараз. Команда Красна. Поздравляю. Спасибо. На балкон. Команда Синя. Ви зазнали поразки. Отже, вам необхідно визначитись з найслабшим учасником у команді. Я прекрасно видела и понимала, что все будут голосовать против Коли. Я даю за тебя, Коля, голос только потому, что у Коли в рыбе нашли кистку. Так же, как и Елена, я проголосую за Колю и за Николя. Здравствуйте, ребята. Ну, Николай, конечно, дети с косточками не дружат. Я могла проголосовать, ну, вместе со всеми точно так же, чтобы не отрываться от коллектива. Насчет костей ничего, ну, я не знаю. Я знаю, что не получились сприн-роллы, это которые готовил Юрий. Против тебя. Вики обиды на меня за то, что я не дал ей подать лазанью, когда мы готовили ее команды. Я проголосую, Юра, за тебя, за роллы. То есть нужно постараться было их сделать. Ну, с голосами против меня, в принципе, я согласен. Я хочу, чтобы ты прогрессировал, учился, читал, бы я тебе бачила с книжку. Это тебе, ну, бы ты рос. Я только голосую заради этого. Так что давай, дерзай. Я голосую за тебе, Миколка, і за косточки в рибі. Ректор каже, підрахуйте, будь ласка, голоси. В Юрі виходить 2 голоса, а в Каляцька виходить 5 голосів. Якщо я виноват в костях, то якби я должен это исправить. Значить, естественно, чорний фартук за мною. Не хвилюйтесь, битва чорних від вас нікуди не дінеться, і ви від битви також. Але це буде пізніше. А поки що, червоні, спускайтесь до нас, будь ласка. Чого? Ззаді бачимо щось взагалі невероятно нове. Стоїть реально 1, 2, 3, 4, 5 поверхностей. На одному якісь дерева, там корова намальована, там риба нарисована. Какие-то стулья стоят, дубовая мебель какая-то стоит. И ждем судей. Ого! Выбегает Эктор, причем одет очень своеобразно. В цилиндре двубортный пиджак, короче говоря, отпад. Нормально. Господин. Щиблеты такие лакированные, прямо аж блестят. Я считаю, что обувь мужчины – это лицо мужчин. Брюки, прям ця линия, вот ця вся выглажена, комарик нос не подточен. Дорогой человек вышел, он дорого себе подает. Браво. Такой джентльмен, Эктор выходит, немножечко так ветрено, так походкой такой идет. Маю. Конечно, все маю. И начинается клиника, чтобы ты разумел. Это... Вот это мое! Да крикну, и у меня аж сердце в пятки. Только мою! Это мое! Как Горис в фильме, который отрубил там голову и получает эту всю энергию от человека другого. Все мое!
Все здесь мое. The world is mine. The world is mine. Мое, мое, мое. Эмка Мастершеф, мое. Не, знаешь, сначала было смешно, но потом я испугался. Что произошло с нашей судьбой? Мое. Мое. Паранойя у человека, понимаешь? Это все мое, я никому не отдам, и никто не прикасайтесь. Мое тоже. Тоже мое. Мое! Твое, твое, твое. Все хорошо. Твое. Хорошо. Эктор, все хорошо. Все твое. Мы за. Мы не спорим. Хорошо. Все хорошо. Сейчас поедем в больничку, сделаем укольчик. И тебя вылечим. А, монополисты, что тут скажешь? Выясняется, что это не просто Эктор, а фабрикант, олигарх, монополист. О! История монополии тянется еще с глубокой древности. Даже рассказывать вам не буду. Долго, скучно. Женщина, я говорю, сказка. Можно взять Софи Лорен вместе с Мерлин Монро. Вот так взять два цих образа, таких цих жінок, высокой планки жінок. И расположение рук, ног, вот это все мурашки у меня идут. Серегу я сразу не понял, что Сергей там стоит. Тут прилизанный, тут такий в галстучку, одним словом, вушка стерчать. Вы должны знать, кто такой монополист. Ну и Светочка выдает, знаешь, такой именно сельский вариант монополии. Це та людина, яка працювала багато років і створила свою, те, як у нас тепер називається компанія, а тоді була монополія, багато заводів, багато всяких структур, такого всяких. 51% власності. Ну, монополіст, дивись, це людина, яка абсолютний лідер в певній ніші ринку. Тобто вона качає всі права, що почем, де і має бути, які розклади, розумієш? А всі ходять під неї і не можуть її заперечити. Правильно, но не совсем. Монополист – это человек, обладающий исключительным, то есть монопольным правом в какой-либо сфере деятельности. Основы экономики, школьная программа, 9 класс. Сьогоднішнє випробування ми назвали курсом. Монополію, кулінарію. Я думаю, господи, Лена, чего ты в детстве не играла в какие-то умные игры? Я в детстве играла в монополию. Это была первая настольная игра, которую мне подарил папа. Еще такая английская версия. Значит, там деньги у меня были, золотые фишечки. Мы играли. Я очень любила, когда у меня была железная дорога, самая богатая. Работать вы будете в командах. Мы попросим победителя второго конкурса возглавить команду. Лена, это вы. Это мое! Вы ж меня так далекаете больше. Руки труситься начали. И ей дают возможность судьи выбрать себе еще 4 соперника. Бачу, стоит Юра и просто. Мне всем, чем може, показывает, что он хочет быть капитаном. А я ж с Юрой дружу, мне долго просить не надо. Юра. Оля, я з Олею нормально спілкуюся, я вирішила, ну, щоб вона всім доказала, що вона може бути капітаном. Ні, моє. Віка. Віка, я їй зразу сказала, я мстю і мстя моя страшна. Вона раз мене так само неожиданно вибрала капітаном, коли в нас було багато команд. От я просто так, знаєш, мах на мах зробила. Можна. Руслан. Пожалуйста, Руслан. Gracias. Черный Руслан. О, oh, yeah, of course. Лена прически. Ну, мое мнение, что она выбрала тех, кто послабже ее, чтобы самой остаться в фаворе. А теперь вы по одному будете вызывать людей, с которыми хотите работать в командах. Саша. Татьяна.
Олег. А Смит? Спасибо. Это какой-то абсурд. Ну, не может он меня взять. Ну, я его терпеть не могу, и он меня тоже. Катерина. Не знаю, каким местом он думал в этот момент. Притом он сам говорит, что она истеричка. Ну за что меня так наказали? Скажи, ну за что реально? Я стою, у меня улыбка истерическая. И думаю, это все. Наташа. Черт мой. Юра берет Николая. Оля берет Светлану. Вика берет Колю. Коля. Ну, потому что уже некого брать. Пожалуйста. У нас получилось 4 бригады по 3 человека и 1 бригада по 2 человека. Парная бригада. И вижу, Руслан, что у вас образовалась кулинарная пара. Right? Right, Dad. На свадьбу отгуляем, сразу роль. Сваты есть. Итак, цель каждой команды. Основной задачей было приготовить обед. Суп, основное блюдо и десерт. Но продуктовая и девайсная кладовые будут закрыты. Потому что все мое. Кожна команда стане монополістом у певній галузі. Всього буде 5 монополій. Classes de monopolios. Монопольне право на володіння садами. Монопольне право на володіння фермами. Гранхас. Монопольне право на володіння полями. Монопольне право на володіння рибним господарством. І монопольне право на володіння заводами з виробництва посуду та іншого кухонного інвентарю. Ваш стартовий капітал знаходиться під коробками, а поповнювати ваші запаси буде Сергій. Зрозуміло, що монополіст не зможе приготувати 3 страви на основі лише власних ресурсів. І тут вам на допомогу прийдуть ринкові відносини. У нас должно буде несколько быть етапів, за которыми ми приходимо всі к столу. Во главі сидить Ектор. Вот почему 6 стульев. 5 капитанов и Ектор. Самый главный монополист. То есть мы должны сесть за стол переговоров и договориться друг с другом. Можно будет предложить мирный обмен любому монополисту. Можно будет пропустить ход. И третий вариант – напасть на оппонента. В этом случае оппонент не может отказаться от схватки и обязан дать бой. Под боем мы подразумеваем приготовление закуски только из того, что у вас есть на столах, и причем за 10 минут. Тот, чье блюдо окажется вкуснее, победит и сможет забрать один любой продукт или девайс со стола побежденного противника. Капитаны, підійдіть і візьміть картки. У нас було 3 карточки. На одній карточці це слово «обмін», на другій «пропущу ход» і на третій «війна». Це серйозно, як бізнес, такий маленький бізнес на кухні «Мастер-шеф». То й з тим міняється, то й з тим не хочеш мінятися. Війна, війна, робай закуску. Закуска хороша, все, побідітель, молодець, забирай, що хочеш, другої монополії. Це теж моє. 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 Спокійно, все хорошо. За що? Каждый капитан по очереди повинен підійти лівою рукою достати фішку. Ту фішку, яку він достане, на ній буде зображення тої монополії, якою він буде володіти з командою. Хоча всі монополії, понятно, принадлежать Ектору. Это все его, это все моє. Давай, Руслан, перв.
сади. Сади семирамиды. Хороший вариант. Фрутас. Там усі фрукти і ягоди. Хорошо? Катя любить кондитерку, то я думаю, що вони зраділи цьому. Спеціально для тебе, Катя, для десерту. Фрукти. Не нужно. Ти знаєш, це судьба. Тобто пойти із 5 карточек витягнути сади, в яких тільки фрукти і ягоди. Когда есть девайсы, это же просто мажоры. Девайсы. Девайсное. Монополия. Мясо. Мажоры. Я так руку раз, высовываю карточку. То, что надо. Я вытащила ферму. Ого! Мясо. Рыба с морепродуктами. Это же миллиардеры. Рыба. Рыба. У нас уже есть фрукты и овощи. У нас только фрукты и ягоды, Руслан. Чем ты слушаешь? Поля. А овощи не растут? У Лены овощи. А, у Лены овощи. Прекрасно. А ты берешь сады. Тяжелый случай. На переговоры, торги и приготовление трех страв у вас будет 3 години. Время пошло. Поехали. Пошли по своим местам. С Богом. Та-та-та-та-та-та. Опа. Это вообще нормально? Боже, что это за поле? Я не понимаю. Бедноватое поле нам попалось. Смотрю на других. У вас устрицы. Света, что у вас? Там еще у нас скученная грудка. Поднимай быстрее, Коля. Одевайся нормальненько. А йоперметр, сантиметр. Ну и я стою, пытаюсь наладить как-то разговор с Русланом. Руслан. Да, Катерина. Давай сделаем яблочный торт. Давай, яблочный торт. Согласен. Да, да, хорошая идея. Внимание! Час пополнювати свои володіння. Ну что, ждете меня? Да. Сейчас что-нибудь выдадут. О, как вы смотрите, с вожделением. Креветки. Я сразу для себя определил, что креветки это будут у меня разменные монеты. Спасибо. Берите, граждане-колхозники. А сахара у нас вообще чуть-чуть. Девайсы. Все это нам нужно. И вывезли кучу кастрюль, мисок, ложек. Садоводы. Любители. Лимон и авокадо. Кому мы нужны? Никому. Даже себе мы не нужны. Спасибо. Очень Собирайте. Нужно. Спасибо. Собирайте. У нас там были яйца. Не, яйца оставим на всякий случай. 4 яйца нам. Сливочное масло. Да, 200 грамм. Вика, давай говорить. Меню. Иди сюда. Десерт я сказала сразу, что я буду делать. Профитроли. У меня основная была задача – взять яйца и масло. Значит, нам кровизнаться нужно яйца. Я сразу принимаю решение, что мы будем делать безе Павлова. Что, ребятки? Мы сразу решили, что мы хотим тилюбне тісто. Мы знали, что нам железно на десерт потребны яйца и масло. Нам треба просто сковородка. Сначала меняем цукини. Нас интересовали овощи рядом. Девайсы надо было взять. Надо было фрукты взять, то есть надо было все. Капітани, запрошую вас на раду директорів. Ну і що ти будеш міняти? Креветки. Зачем? Зроблю біск. Для чого, Руслан? А? Для чого? Буде соус для основного блюда. В смысле, зачем делать из него соус, если нам нужен нет даже основного блюда? Это просто какое-то издевательство. Иди. Это тоже мое, а? Знаю. Да, знаем. Да? Да. Это хорошо. Виктория. А там красная команда, то есть я. Лена. Опа, красная команда. Команда желтых. Команда белых. Да, да, да. Пожалуйста.
Бачите, Олю, ви лідер на ринку. Попит на вашу продукцію дуже високий. В такому випадку, з ким вам торгуватись, вирішуйте самі. Негосіар. Я поторгую со всеми. Хорошо. Все, ребята, ви попали. Ксения, мне нужна сковородка и сотейник. Мне нужно 5 яиц и 100 грамм масла. Ты же с ума сошла, какие 5 яиц? Меня 4 команды разорвут. Я же хотела так. 10 яиц можно на 5 команд по 2 яйца поделить. 3. 2. 3. 2 яйца и все, за глаза. 2. Оля, 3. Ну, мы приступаем к Лене 3. Тогда. Леночка, нам бы твоих пол цукини. Окей. И пол цибульки. Да, и сахарочек. Тоді 3 яйца. Що вам всім по 3 яйца? 2 яйца. Хорошо, 2 яйца. 2 яйца. Але 60 грам масла мені ще, ти почула? Я ж нечаянно можу його розтаявшим дати. Ні, ні. То я зараз тобі теж дам, сахар розсипавши. Вік, ти думала? Ти думай, думай, я щас к тобі. Мне 3 яйца, Олечка. Так. Почули, дальше давайте, давайте дальше. Заодно Юра, самый лояльный человек. Самые тихие переговоры были с Юрой. Морепродукты? Креветок вот пара штук, вот на что-нибудь бы. Две креветки на 2 яйца. Две креветки, одно яйцо. Не ведися, Юра. Всем мало быть по 2 яйца. Одно яйцо дать. А оставить запасное на случай еще какого-то обмена. Было такое ощущение, что я всю жизнь на рынке работала. Одесса, привоз. А вы все думаете пока? Я уже подумала. Две креветки, одно яйцо. Я просто охренел. У нее был такой азарт в глазах, ей просто было наплевать на все. Хорошо, на одно яйцо. Потому что я не хотел первый ход вернуться с ни с чем вообще. Вот это бизнес-партнер идеальный. Я ему мало, а он мне много. А тебе что надо? Только не говори, что 3 яйца. А почему? Я возьму яйцо, возьму 75 грамм масла. Ну, хорошо, 50. Не. Не, что, у меня масла не хватит на всех вас. Что ты предлагаешь вообще? Ну, и сидит, понимаешь, принц договаривается. Угу. Оля, давай договоримся. Оля, давай договоримся. Я его таким интеллигентным никогда в жизни не видела. Давай, пол яблока, пол лимона, одно яйцо. Руслан, да. Нет. Катя, я разговариваю с Русланом. Жена возмущается, походу. Что, 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 ты, что ты хочешь? Говори. Ну, пусть отдает ему половину утки. Грудка. Договорились, Оля? Оля, закончи со мной переговоры. И мне нужно, и мне нужно. Ты меня услышала, мы поговорили. Минуточку, Олечка. Мгновение. Мгновение. Уточка мы подтвердили, и яйцо. И масло. Обязательно. Ну, я его поделю на всех. Договорились. Подожди минуточку, подожди, подожди, подожди. Ольга, зачем тянуть время? За столом еще есть другие. Так, мне пол яблока, пол лимона. Так, Викуля, 2 яйца. Знаю Викин характер. Я пошла тоже так вот на те, в лобовую, как танк на нее. Нет, давай 3 яйца и 100 грамм масла. Олечка, ты что, с ума сошла? Какие 100 грамм масла, дорогая моя? У тебя пачка масла. И всем надо сливочное масло, и потом так, по-богатому. Они же прекрасно видели, что у меня 200 грамм. Зачем тебе пачка масла? А мне тоже надо десерт. И ей надо десерт, и ему надо десерт, и ему надо десерт. Зачем десерт? Тоже кожуру надо десерт, Вика. Подруга, стопе, чуешь, ты туда все масло заберешь? Будет еще масло. В следующий круг. Ну, да, масло. Ты уже собралась готовить десерт? Да. Объясни. Конечно. Вика кричит, мне нужно 150. А Лена кричит, мне нужно 70. Состыковка, конечно, 150 и 70, это уже 210. Ты что будешь с маслом зара работать, Вика? Все из масла, понимаешь? И основное, все, Вика, и закуска. Пожалуйста, не кричи, Эктору глохну, я тебя умоляю. Ладно, я приготовлю с 2 яиц и профитрю. Понимаешь? Оля, 2 яйца и... И кусочек масла. 100 грамм масла. Нет, я говорю 60, она 100. Я говорю 70 ни тебе, ни мне. Оля решила, что она мне продает, наверное. И как на базаре стоит и торгует, понимаешь, своими продуктами. Ребята, внимание! Я бывал на разных переговорах, але чтобы на таких дивных... А теперь идите и обменяйтесь своей продукцией.
Мне надо было пройтись по всем столам, принести нужное им и забрать нужное мне. А что одно яйцо-то только? Как это все креветки на одно яйцо? Татьяна смотрит на меня такими глазами. Говорит, Юра, ты что, одно яйцо? Ты что, издеваешься? Это... Я говорю, Татьяна, пожалуйста, успокойтесь. Там такое творилось, что я вернулся из ада. Я не хочу туда больше возвращаться. Пожалуйста, заберите меня, возьмите меня на ручки. Вам было впадло дать второе яйцо на две креветки? О, Господи. Ладно, нам хватит одного белка, мы собьем. Теперь нам главное сахар. Ну, це не 60, Оля. Ну, це не чесно. Я просто, я зразу вирішала. Це будет вот так, по цукіні ще. Давай, подвалюй. І менше сахару, на. Если ты так, то и я так. Я с тобой договаривалась. Нет. Где же я возьму тебе 60 грамм? Я с тобой. Где же я возьму тебе 60 грамм? Где же я тебе сейчас возьму его пиши, если у меня было 200 хороших. Держи, держи аккуратно. 30 с 60 прошенных. Я взяла свое масло. І успокоїлась. Побурчала і успокоїлась. Ви нам принесли сковородку ту, що я не хотів, так? А ми другої не можемо. А що ви хочете взяти? У нас 3 яйця, кусок масла. А хто казав 3 яйця? Я не знаю. Ні, 2 яйця. Ні, ми по 3 не дай. Ну, ладно, давай так. Говорю, давайте щось буду вам видушувати і відрізати. Я там вже різав те масло, роздавав. І ми попросили, нам синя команда дала сотейника і дала сковороду. Поставили цю сотейника, сковородку поставили, Світу зразу чик, Світа почала грудку обжарювати. Я говорю, давай зразу креветки туди. Ну, креветочки, хоп-хоп. Угу. Держи. Угу. Внимание! Увага! Наступный хит. Новый улов, ребята. Я уже понимаю, что на стейке из лосося может кто-то клюнуть. И новые дары полей. Рис и мука. Гарнір треба, мука для десерту треба. Боже, як ми по-багатому будемо жити. Привезли літр сливок і теляча вирізка. Посудний заводик. Шикарно, спасибо большое. Клас. Два апельсина, клубнику і малину. Руслан, що ти будеш готувати, розкажи мені. Утку с ягодами. Угу. Значит, нам нужна сковорода, нам нужен сотейник. Руслан, мне нужен венчик, мне нужна миска, в конце концов. Мне нужна сковородка, мне нужна кастрюля для супа. Ну, мне нужна ложка, вилка. Ну, еще пару девайсов. Entonces. Отже, капитан, засідання директорів оголошую відкритим. Розпочнемо з вас. Вика. Муки 150 грамм. 150 нет. Если я называю эту пропорцию, значит, я знаю, почему мне столько надо муки. Ни больше, ни меньше. Я не Оля, я не поведусь. Дальше. Все, что у тебя есть, давай мне. А, ну до свидания. Все. Я сразу сказала, або так, або никак. До свидания. Вика, 100 грамм муки. Мне надо сотейник, мне надо сковородка и ложка. Хорошо, давай 100 грамм. Договорилась. Ну, я делила совсем по-другому, по-своему. Руслан? А, Виктория, нет, может быть, мы сейчас можем с вами договориться о сотейнике или сковороде? Нет, к сожалению. Вы отказываетесь, да, на переговор. Я вас услышу. Блин, ох, Вика. Ох, Вика. А Руслан выглядит разгублено. А мне ничего от него не надо было. Я посмотрела, у него там ягоды, знаешь. На что мне с ним меняться? На что? Естественно, я сказала, Руслан, нет. Команда красный, Оля. Нам нужны фрукты. Соус будем делать. И вы даете нам сливки. Договорились. Да, договорились. Не Лена. Я хочу от красных, конечно, вырезку. Хочем ростбиф готовить. Нам нужно был рис к мясу. Ты думаешь, договоримся? Юрий. Ягод. Мне нужны ягоды для Павлова, для украшения, для меренги. С тобой я готов поменяться. Беру две креветки и лосось без косточек. Вы дочисти, ты дочисти его. Ты серьезно? Абсолютно. Все, можно пожарить за тобой. Хорошо. Договорились.
А цього джентльмена я б узяв у долю. Він знає толк у бізнесі. Вообще, манера разговора Руслана мне очень нравилась здесь. Он действительно был похож на такого джентльмена. Все очень коротко, все очень быстренько, но все мое. Я бачу, что вы уже научились домовлятись, как справжні монополісти. Можете йти обмінюватись усім наторгованим. У белых что-то взял? Лосось и креветки. Боже, я когда услышала, о чем он договорился, я хотела его порвать на немецкий крест. Без панциря, понимаешь, взял креветок? Я говорю, ты шел. Скажи мне, где панцири? Как, ну, это же самый вкус. Ира, все же, ну, я понимаю, просто даешь креветку, но креветка без панциря не креветка. У него там была жена, которая пришла злая с работы, и ему сказала, где панцири? Панцири, мне нужны панцири. Ты плохой муж, ты не достал мне панцири. Ну, дай панцирь, дай панцирь. Хорошо, окей, спасибо. Окей. Мы обменялись, я принес все Руслану. Мы выдаем ягоды. А, ну хорошо, хорошо. Давайте, только давай, кладите. Мы отдаем ягоды, ягоды, ягоды. Мы их только отдаем и отдаем и отдаем. А кастрюли у нас нет. И сковородки у нас нет. И все, и меня просто сносит крышу. Всем, какой-то кошмар, я не понимаю просто. Привет маме твоей. И твоей маме привет, такого спасибо. Дебила воспитать. Я его прошу на торгах о чем-то. Да вы, Вике нужны ягоды. Я вижу, что у нее разбирают миски, сковородки, кастрюли. У нас нет нифига. Давай я уйду, я не буду уходи, тебя готовить. Ты уходи, будешь сам готовить. Уходи. Руслан, ты знаешь, что готовить? Уходи. Руслан, зачем ты меня берешь в твою команду, чтобы подставить? Уходи. Пскова, боже мой, я вас прошу, избавьте меня от этого. Я тебе сейчас на голову что-то одену. Одевай, уходи. Одевай. Держи. Руслан, ты больной или что? Объясни мне. Ты вообще невменяемый, ты даже не знаешь, что готовить. Как муж и жена. Только вот эта вот жена, которая прожила 200 лет с ним в браке, и которая его ненавидит просто. Она просто пилила его по всякому поводу. Руслан, зачем ты дал всю малину? У тебя сейчас Оле еще надо отдать малину. Ты не хочешь себе оставить ее? Ты не отдал все ягоды, ты это прекрасно понимаешь. Она тебе говорит, ты отдал все ягоды. Человек тебя реально провоцирует. Главное мне было сохранять спокойствие и стабильность, и уверенность. Ау! Опа! Можно мне уйти? Я не хочу участвовать в конкурсе. Катю, чому ви плачете? Ну, потому что у меня капитан, который меня слушает. Который делает то, что он хочет, и в конечном итоге он еще со мной не разговаривает. Капитан в черном, ему все равно. Может, такое помело, я не знаю, таких не видел еще. Не, ну, по сути, все равны в этом мире, как бы. Что говорить. Каждый выбирает сам себе свою призму, через которую он смотрит на мир. Вы знаете, то, что говорит Катерина, я считаю, здесь можно делить на 32. Почему не на 84, а всего на 32? Катя же постоянно врет и не умеет ничего готовить, а Руслан... Очень крутой, очень спокойный. И, ну, у меня это противно, я ничего не могу с этим сделать. Батрова. Катю, на професійній кухні ви не зможете казати, той мені підходить, а той ні. Це вам не нареченого обирати. На кухні потрібно навчитися працювати з різними людьми. Хорошо? Да, спасибо, Віктор. Мені потрібно побороти себе, прийти в чувство і приготувати.